отечественный производитель одежды уже не тот. Конечно, не тот. Он гораздо прогрессивнее, оригинальнее и современнее. Всем привет! В эфире Kids Podium Fashion TV и мы его ведущие. Поречина Злата. И Поречина Ника. И прямо сейчас мы находимся на уникальном шоу белорусских дизайнеров, которое обещает перевернуть наше отношение к моде. И если вы готовы удивиться, мы начнем нашу модную трансляцию прямо сейчас. Теперь познакомимся с программой мероприятия, на котором мы с вами сейчас находимся. Модное шоу называется «Wow House». Проходит оно в не менее модном пространстве «Цех Октябрьская 16». Здесь представлены более 85 брендов оригинальной белорусской продукции. Все любители и ценители моды могут вкусно покушать, насладиться модными показами и даже отправиться в виртуальную реальность. Предлагаю тоже отправиться на проверку и все внимательно изучить. Я знаю, что вы организатор. Как пришла идея организовать такой праздник? Это не просто праздник, это проект для дизайнеров. Я сама дизайнер, и мне кажется, что я четко понимаю, что для дизайнеров в Беларуси сейчас, именно сейчас нужно. Вот, мы сделали проект, который может быть и имиджевым, и продажным, то есть мы продаем дизайнеров. Мы сейчас делаем именно подиумы для того, чтобы завтра, послезавтра это все продать. Этой осенью в Минске проходит очень много фэшн-мероприятий. Как считаете, чем Wow House отличается от остальных? Я думаю, в первую очередь, своей креативностью и подачей. Расскажите про свою коллекцию. Что вдохновило вас на ее создание? Сегодня я представлю женскую коллекцию Woman of the City. Коллекция классическая, но с элементами романтического и стрит-стайл направления. Моим первым всегда вдохновителем является все-таки гроза и отблески молнии. Вот, поэтому на этом фоне всегда у меня рождается коллекция. Расскажите про свою коллекцию. Что вдохновило вас на ее создание? Знаешь, коллекция называется «Мутер», а в переводе с немецкого «Мутер» – это «мама». А эта коллекция вдохновила меня моя мама, хоть она и вся черная, но она очень эмоциональная, очень красивая, очень кропотливая в работе. Такие же, как наши мамы, которые заботятся о нас и создали такую красоту. Посмотри на меня и на себя. Какие мы красивые с тобой, поэтому эта коллекция про наших мам. Что вы пожелаете начинающим дизайнерам? Ты знаешь, наверное, я пожелаю быть собой, жить своим сердцем, душой, творить и не бояться творить. Делать прекрасные вещи, добавлять в мир ярких красок, делать то, что хочешь именно ты. Волновалась перед показом? Нет, не волновалась. Я уже привыкла к таким мероприятиям и совсем ничего не боюсь. Хотела ли ты в будущем стать моделью? Да, конечно, хотела. А почему? Это очень интересное занятие. Можно представить любую коллекцию, побывать в множестве стран и раскрыться в себе. Шоу наверняка связано с желанием организаторам создать эффект вау. Испытаем на себе новые эмоции. Закончить репортаж фэшн-шоу «Wow House» мы хотим теми же словами, с которых и начинали. Отечественный производитель одежды уже не тот. И мы наверняка в этом убедились, потому что шоу было действительно вау. С вами были Поречина Ника и Злата. И это специальный репортаж Kids Podium Fashion TV. Всем пока и до новых встреч!